Своя граница в Сургуте в районе речного порта города во вторник открыли памятный пограничный знак. Приурочили события к празднику представителей этого рода войск, который ежегодно отмечается 28 мая. Мемориал изготавливали больше года, хотели успеть к столетнему юбилею, но в 2018 установку памятника пришлось отложить. Разработал его член ветеранского движения Александр Федулов. Посмотреть на торжественное открытие монумента на набережную Оби пришли больше 100 пограничников. Все они стали свидетелями закладки капсулы времени. В ней призыв последователям гордо нести свое звание и сохранить памятник. Потомки прочитают послание в 2044 году. Мы обсуждали этот вопрос неоднократно, думали о месте, где мы разместим этот памятный знак. И мне кажется, и пограничники согласились с администрацией города, что это будет самое лучшее место в городе. Река, граница города, и этот памятный знак – символ верности, символ мужества, символ стойкости пограничников.